Здравствуйте, друзья! Это было недавно, это было давно. Мы снова с вами в кинозале программы «Ретроскоп». И вновь нас ждут моменты из далекого и не очень прошлого нашего города. Кто должен сесть в кресло главы города? Кандидата должны выбрать печерцы или назначить глава республики? Об этом спорили на заседании одной из комиссий в сентябре 99-го. Постоянная комиссия по законности и работе с общественными организациями и средствами массовой информации в четверг рассмотрела вопросы, которые предполагается вынести на обсуждение депутатского корпуса на сентябрьской сессии Совета. В частности, был рассмотрен вопрос о соучредительстве в газете «Печорское время». Известно, что соучредителями городской газеты были, кроме коллектива редакции, еще и Совет города и администрация. Изменения в статусе, функциях и составе Совета, связанные с законом о местном самоуправлении и выборами нынешнего созыва, предполагают, по всей видимости, и пересмотр договора о соучредительстве. Но, по мнению заместителя главы администрации Александра Головина, это чисто формальный вопрос. В принципе, Совет города как был правопреемником в предыдущие созывы, так он остался правопреемником. Этот вопрос даже рассматривать не нужно. Правопреемником не стало соответствовать с уставом администрации города. Вот по администрации этот вопрос нужно рассматривать. А принципиально, что по совету города, по представительству, там действительно нужно просто своих представителей от совета города, депутатов туда или избрать, или ставить тех, которые были. Более оживленные дебаты вызвал вопрос о протестах Печорской межрайонной прокуратуры, связанных с несоответствием некоторых пунктов устава муниципального образования город Печора и подчиненная ему территория федеральному законодательству. Прежде всего, это пункты, связанные с выборами главы администрации муниципального образования. Российский закон об основах местного самоуправления предполагает выборность глав администрации муниципальных образований, а аналогичный закон, принятый Государственным советом Республики Коми, диктует назначение их главой республики по согласованию с советами. Печорский устав, конечно же, следовал республиканскому законодательству, то есть вступил в противоречие с федеральным. Кстати, такая ситуация сегодня во всех муниципальных образованиях нашей республики. Как ее разрешить? Насколько я понял из текста протеста, прокуратура требует, независимо от действия закона о местном самоуправлении Республики Коми, значит, привести положение устава муниципального образования регламента, соответствующие с действиями Конституции Российской Федерации и федерального закона. Закон принят Республики Коми. Поэтому... На этот закон вообще не ссылалось. Потому что ваш устав, в первую очередь, должен соответствовать Конституции и федеральному закону. Но... Если есть какие-то противоречия между законом Республики Коми, то они устранятся само собой разумеющимся путем. Так. Тем более, что уже есть Конституционный суд, который принял решение по данному поводу, да, и... Не надо больше ничего никуда вносить, потому что у нас уже принято решение Конституционного суда, который сказал по обращению главы Республики Коми Спиридонова, что... По таким же вопросам уже рассматривались решения Конституционного суда по другим субъектам Российской Федерации, и они признаны несоответствующими Конституции, и поэтому аналогичные решения не должны никогда приниматься никакими органами к исполнению. Я вас что-то не пойму. Мы всю жизнь, значит, жили и говорили, что нам вот сверху посылают, и это плохо, потому что пока не дождешься вышестоящих там указаний, ничего нельзя сделать, ничего нельзя добиться. Сейчас нам дали, согласно закону федерального, полностью самоуправления. То есть вы вправе принимать нормативные акты и все остальное, которые не противоречат Конституции Российской Федерации почему? Федеральному закону. Минуточку. Ну что случилось, если закон Республики Коми противоречит? Почему в таком случае мы, как попугаи, должны в Печоре тоже принимать устав, который тоже противоречит? Я с вами не согласен. Есть высший орган Республики Коми, Госсовет. Это высший орган. Там депутаты, полномочия у них. Они принимают решения с точки зрения позиции республики, чтобы жила республика. О чем вам говорит прокуратура? Мы частицы это. Нет, так вот. Она говорит, что высшего органа республики есть федеральный госсовет. Закон. Нет, который... это у Госсовета. Госсовет должен решение принимать в разрезе и отменять, если противоречит. Это субъективный вот, субъекта федерации, закон федеральный, то они на своем заседании должны отменить. Но не мы отменять, не мы. Мы должны выходить с инициативой. Мы должны вот этот протест направить в законодательную комиссию и считать, что вот вынесла наша Печорская прокуратура протест. Вот мы просим разъяснить, вправе, правильно ли это, как нам поступить.
Председатель комиссии Олег Кошарный, как видим, настоял на вынесении этого вопроса на сессию Совета города. Так что депутатам решать, что предпочесть – жить по уставу, нарушившему российское законодательство, или все-таки привести его в соответствие с ним. Комиссия рассмотрела еще несколько вопросов, входящих в ее компетенцию. Все когда-то бывает в первый раз. В 99 году в сентябре известный сейчас далеко за пределами не только города, но и республики мастер Борис Иванов презентовал свою первую выставку в качестве художника. В городском историко-краеведческом музее открыта первая персональная выставка печерца Бориса Борисовича Иванова, художник-реставратора музея. В залах, где выставлены работы, обращают на себя внимание прежде всего живописные полотна автора, пейзажи, натюрморты с северными цветами. Но это лишь часть экспозиции. Не менее, а иногда и более интересны результаты декоративно-прикладного творчества мастера. Резьба по дереву, берестяные изделия, чеканка. Словом, разнообразие творческого диапазона автора сразу бросается в глаза. С этого мы и начали разговор с Борисом Борисовичем. Борис Борисович, на выставке представлены очень разные работы. Тут и резьба по дереву, и береста, и чеканка, и живопись пейзажная в основном. Чем объясняется вот такая ваша разносторонность? Ну, в первую очередь, видимо, интересом к разному материалу. Потому что каждый материал где-то несет свои особенности. И конкретно только в нем можно выразить то, что задумал. И потом где-то постоянное желание... что ли узнать себя или проверить себя в разном материале. Ну, видимо, это. Потом может быть интерес и к живописи, и к декоративно-прикладному искусству, и к народным промыслам. Видимо, все это в общем, в общей связке, в общем, приводит к тому, что берешь то за одно, то за другое, по мере того, как возникает желание себя попробовать чем-то. Вот если говорить о предметах декоративно-прикладного искусства, вот у вас, скажем, деревянные изделия, изделия из бересты у вас в сочетании с металлом, да, это вообще-то характерно для народного декоративно-прикладного творчества или это не характерно, я даже? Да нет, это характерно, это можно взять еще хотя бы самые элементарные сундучки, окованные металлом, все нужные шкатулки, нет, это традиционно, просто подача здесь несколько более современная интерпретация. Сочетание материала. Ну, традиционно. Металл и дерево. А в живописи у вас в основном пейзажи, да? Пейзажная живопись. И я смотрю вот на ваши пейзажи. В основном у вас, так сказать, вас, видимо, больше впечатляют такие тревожные моменты в природе, да? Там после грозы, скажем, вот половодье и так далее, и так далее. Там чайки где-то летят. Или это я не права, или это мое такое сугубо личное? Нет, почему? Это не личное, это ваше личное впечатление, оно, в принципе, верно. Дело в том, что природа всегда где-то вот на крайних состояниях и наиболее интересна в этом. И где-то она более соответствует человеческому, что ли, характеру. Не застойное болото, а переживания, напряжение мысли, взлеты, падения. Ну и через пейзаж, видимо, передаешь и привлекаешь такие моменты. Борис Борисович, вы же давно ведь работаете, и судя по этой выставке, в общем-то, очень, еще повторюсь, разнообразные у вас работы интересные, и все-таки вот это почему-то первая персональная ваша выставка в городе, это чем вы сами объясняете? Чем объясняю? Тут сложно сказать, масса компонентов. Во-первых, живопись я не занимался, вернее, занимался, но не брал кисть уже 20 с лишним лет. Бросил по ряду причин. Ну, а потом возникло желание где-то, то ли возрастное уже, то ли желание, ну, как говорится, нарастает темп жизни. Жизнь сокращается, и где-то боюсь упустить, не успеть что-то сделать. Ну, и решил взять за кисть. Но потому как вот наработала живопись, часть появилась, то и появилось желание выставить. Потому что одного декоративного прикладного недостаточно. Да и в какой-то мере оно... Однопланово, если морать. Ну, хотелось показать то, что можешь, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот недавно у нас в республике вышла книга «Мартиролог покаяния». Значит, книга, посвященная памяти заключенных лагерей, тех лагерей, которые на территории нашей республики.
были, и у вас там есть графические работы ваши, но здесь на выставке я их не вижу. Значит, это как вы прокомментируете? Ну, я просто не выставлял, не посчитал нужным, они бы несколько выпали, по-моему, с общего где-то тематики подачи выставки. А потом даже работа продолжается, и не хотелось бы выставлять фрагментально, а где-то со временем, то что накопится наработки, ну, например, 10-15 работ примерно, тогда они в комплексе будут выставлены отдельно. Вот эта тематика чем продиктована вот в вашем творчестве? Тематика детства, памяти, это, собственно, происходило на моих глазах. Все эти картины графические, что там отображено, вот убийство заключенного, колонна зэков, потом обед зэков. Это все на моих глазах происходило. Я наблюдал все это буквально с детства, находился в этой среде. Вот, на одной из работ, вот, где убили заключенного, это происходило на моих глазах. Я там и себя изобразил. Потом обед заключенных, то же самое это наблюдалось с окна квартиры. Буквально это было во дворе, строился дом. Все это происходило ежедневно на моих глазах. А колонна заключенных, как раз вот перекресток Пионерской и Советской, вот как раз он идет примерно почти в этом месте, где сейчас находится музей. То есть это графические работы по вашим детским впечатлениям сделаны? Да, и пытаюсь максимально документально воспроизвести там не столько художественный упор, а именно документальный. Ну, вы в Печоре живете давно, да? С детства живете в этом городе. И все-таки, так сказать, ваши впечатления, ваши представления о нашем городе, о нашем крае, что превалирует в этом представлении? Или вот эти вот печальные воспоминания детства, или вот нечто, что-то более, может быть, светлое, или более, так сказать, близкое к нынешнему? Ну, выделить что-либо сложно. Это жизнь, так сказать, переплетается в жизни все буквально. Ну и светлое, конечно, поражает богатство края, его природа. Во-первых, где-то наивно, где-то восторженное, добродушный, что ли, народ Коми. Ну, не испорчен благами цивилизации. А боль за то, что во многом, ну вот, что ли, есть такая параллель. Вот, оглядываясь вокруг, где-то смотришь и исторические, отсчитывая где-то, начиная с 40-х годов, ну, похоже на то, что осваивалась территория именно как колония. То есть в итоге народ мало что приобрел, но потерял тоже очень много. И природа потеряла. На моих глазах оскудела Печора. Мальчишкой можно было сходить на Печоры, буквально ловить приличные рыбы, ну, буквально вот на стол, не затрачивая никаких усилий. А сейчас тоже все сложно. В творчестве каждого художника его личностное восприятие мира, окружающая действительность, преломившаяся через его судьбу. А судьба Бориса Борисовича Иванова тесно связана с Печорой, где он оказался с родителями еще в раннем детстве и где живет всю жизнь. Интерес и неравнодушие художника к сложной и неоднозначной истории нашего города, к ее контрастам, к многочисленным проблемам и редким радостям сегодняшнего дня, несомненно. А это значит, что выставка должна вызвать интерес и внимание печорцев. Так что музейные залы ждут вас, уважаемые телезрители. Какими проблемами обращались к народным избранникам более 10 лет назад? Практически с теми же – безработица, жилищно-коммунальные проблемы. Века разные, а обеды у города остались теми же. В субботу в здании городской администрации провел очередной прием избирателей депутат Государственного совета Республики Коми по Левобережному округу номер 16 и депутат Совета города Владимир Васильевич Бармин. На этот раз большого потока обращений не было, ведь осенний выходной полон для большинства печорцев заботами об урожае. А как в дни прежних приемов? Насколько часто избиратели пользуются услугами своего депутата? Обращаются к нему с проблемами и с какими? По словам Владимира Васильевича, обращений много, и причина большинства из них – социальная незащищенность наших граждан, бедственное материальное положение, безработица. Удается ли помочь людям?
Вы знаете, ну что-то удается. Вот те, которые уж очень остро ставятся, как же действительно у человека настолько наболело, что у него нет другого выхода, конечно, приходится вплотную самому заниматься, решать, контролировать, писать запросы, значит, держать на контроле и так далее. Но это очень сложно, потому что только после вот последних моих встреч с избирателями района, значит, у меня на контроле порядка более 200 вот таких обращений, извинений. Очень тяжело, поэтому я вот принял решение. Ну, я думаю, это не ущерб от производственной деятельности. И все-таки пока нет официального решения Государственного совета о введении в штат помощников депутатов, я хочу на основе вот, своем предприятии ввести такую должность, совмещая с производственными делами. Потому что иначе я не могу вот, успевать обеспечивать контроль за всеми этими за запросами, ответами и так далее. Поэтому приходится таким образом решать вопрос. На какие-то кардинальные изменения, которые поправят ситуацию в стране, а следовательно сократят поток вынужденных обращений избирателей к депутату, Владимир Васильевич пока не надеется. А надеется на совместные усилия свои и своих коллег по депутатскому корпусу, направленные на стабилизацию ситуации в республике и в нашем городе, в том числе и на законы, которые принимают депутаты. В частности, на закон о статусе уполномоченного по правам человека в республике, проект которого будет рассматриваться на ближайшей сессии, уже повторно. Вы считаете, что в этом случае сейчас, значит, большинством депутатов он будет поддержан? Или каков ваш прогноз, скажем? Или депутаты сочтут, что это не нужно? Я так думаю, что, в общем-то, там не было у нас, в прошлый раз, когда обсуждался этот законопроект, там не было возражений. Просто были недоработки чисто юридического плана. Поэтому с учетом сейчас вот тех изменений и поправок, которые внесены в законопроект, я думаю, что он будет принят и единогласно депутатами. И это будет иметь большое, я думаю, большое политическое значение. Наверное, ни один нынешний пенсионер не сможет сказать, что получил достойную старость. В конце 99-х годов уже прошлого века пожилые жители нашего города попытались исправить ошибки в законодательстве и через суд добиться пересчета их мизерных пенсий. Этот сюжет нашей передачи мы записывали в помещении Союза пенсионеров, расположенном рядом с городской типографией. Здесь практически ежедневно можно встретить не только активистов Союза, но и рядовых пенсионеров, пришедших за помощью и советом. Не секрет, что пенсии у большинства пожилых наших сограждан невелики и что тяжко им нынче приходится. Чем же помогут здесь? Оказывается, нашим старикам уже с февраля 98 года неправильно начисляют пенсии. Виной тому рекомендации Федерального министерства труда и Пенсионного фонда, неправильно трактующие некоторые пункты закона, в результате чего при расчетах выплат размер пенсии не сокращается аж на 17,5%. Как утверждают в Союзе пенсионеров, подтверждая свои доводы документами, в стране есть прецеденты, когда пенсионеры добивались через суд исправления этой ошибки. Союз пенсионеров, желая помочь пожилым печорцам, во-первых, информировал их об этом, а во-вторых, занялся консультационной деятельностью, причем исключительно добровольно и бесплатно. Об успехах пока говорить рано. Пенсионеры, решившиеся пройти предложенный путь, встречают на этом пути препоны. Алимова Тамара Федоровна, 25-го года, участник тылового фронта. Тамара Федоровна, вот вы сегодня оказались здесь, в Союзе пенсионеров. С чем вы сюда пришли? Вот я услышала, товарищ сидит, что это я неправильно пенсию получаю с 98-го года. Якобы пенсия неправильно нам начисляет. Поэтому я думаю ее выходить. Я обречена на голод. Получаю 422. С 42-го года работаю. То есть вы надеетесь все-таки, что восстановить справедливость и получить ту пенсию, которая вам положена, да? И какие шаги вы уже предприняли для этого? Я приняла первое, подала заявление, мне дали ответ. С этим ответом я пошла, чтобы мне вторым заявлением, чтобы мне перечислили мою пенсию. Пересчитали. А мне ответили так, что... Я говорю, там предоставленные люди, которые нам хотят помочь, они говорят, это самозванцы. Вот эти ваши заявления пойдут на голоса. Но я считаю, что я должна быть сытая. Я начала жизнь свою с голодовки и заканчиваю голодовкой.
я хочу восстановить справедливость. Почему я должна? Ну вот после того, как вам так сказали в пенсионном фонде, вы решили остановиться все-таки или добиваться своего? Нет, я хочу добиваться. Я не уступлю. Ну, я Ларина Людмила Филипповна, с 1938 года рождения. На пенсии уже 10 лет. Ну и сейчас настала такая возможность, чтобы пересчитали мою пенсию, ибо нас действительно все время надувают. Я вот по новому указу, по новому закону должна получать пенсию 774 рубля, а получаю 551 рубль. Разница-то есть. Наверное, стоит добиваться. Я, конечно, буду добиваться. Правда, пенсионный фонд не идет нам навстречу. Второе заявление не приняли. После этого ходила к прокурору. Ну, сегодня, конечно, я была у прокурора. Прокурора самого не застала, его нет. Разговаривала с помощником прокурора. Но я была понастойчивее этих наших бабушек. Оставила эти два заявления. Завтра сказала, приду за ними. Какую резолюцию они на заявление напишут, не знаю. Они говорят, идите сразу в суд. Я говорю, нет, вот напишите мне тут резолюцию. Я соберу все документы, тогда буду подавать в суд. А в суд я буду подавать, потому что я на этом не остановлюсь. А в пенсионном фонде на каком основании у вас не приняли заявление? Ну, они там даже второе заявление вообще не читают. Они пишут на этом заявлении сразу, что ответ вам дан. Но ответ дан на первое заявление. Я говорю, вы прочтите второе заявление, что там написано. Они даже не читают его. Пишут, что ответ вам дан. Я говорю, вы дали мне ответ на первое мое заявление. На второе заявление я ответа еще не видела. Вот я говорю, возьмите это заявление и дайте мне ответ. Нет, мы его брать не будем. Вот мы вам дали ответ на первое заявление. Этими довольствуйтесь. Что думают по поводу сложившейся ситуации инициаторы акции, руководители Союза пенсионеров, и как планируют действовать дальше? Об этом мы спросили Евгения Григорьевича Ермоленко, заместителя председателя Союза. Значит, нам в помощь выступило Сыктывкарское правозащитное объединение пенсионеров и инвалидов, выпущено еще в мае месяце, вот она. Значит, где четко написано, что еще в марте месяце в одной из телепередач мельком был показан пенсионер в Новосибирске, который первым среди всех пенсионеров обратил внимание вот на такой факт. Он бывший юрист, не знаю, почему он встал на защиту пенсионеров, мне кажется, это не характерно. Явление, значит, и показал практическую дорожку всем остальным пенсионерам, как нужно делать, что нужно делать, что писать, куда идти и как идти. И по этой дорожке последовали все пенсионеры Новосибирска сначала, потом Новосибирской области, и суды Новосибирска и Новосибирской области все эти иски пенсионеров удовлетворили. И удовлетворили не потому, что им очень жалко было пенсионеров, как они бедно живут и все такое прочее, а потому, что, обратимся к Марксу, я обычно так говорю, Верховным судом Российской Федерации признаны незаконными рекомендации, которые были выпущены Минтруда и отделением Пенсионного фонда на основе вот этих комментариев. Они незаконны. А раз незаконны, для суда слово «то, что в законе должно быть исполнено», а не то, что внутриведомственным письмом, скажем, я вот написал письмо этой пенсионерке рядом со мной сидящей, а другая рядом с нами сидящая пенсионерка должна исполнять. Нет. Так и здесь. Значит, исполняется только закон. Значит, на основе постановления Верховного суда безропотно авторы рекомендаций еще в ноябре прошлого года отозвали свои рекомендации. Сейчас уже нет рекомендаций, по которым нам платится пенсия. Уже нет этих рекомендаций. А пенсию продолжают платить так, как платили.
Здесь тоже вполне можно объяснить ситуацию тем, что рекомендации-то отозвали, а вместо рекомендаций не оставили никаких ни инструкций, понимаешь, ничего такого. Люди в пенсионном фонде ждут, видимо, я так понимаю, ждут распоряжений по этому поводу, и поэтому стараются, значит, платить так, как платили раньше. Однако, значит, почему-то все обращения пенсионеров у нас в пенсионном фонде встречаются, я бы не сказал, что в штыки, а в общем-то как-то недоброжелательно, очень недоброжелательно. Мало того, в ряде случаев, вот нам жалуются пенсионеры, допускаются грубости в их адрес, наподобие того, что вот вам нечего делать, пенсионеры, вы пришли опять и так далее и тому подобное. Значит, ссылаются на то, что союз пенсионеров – это, в принципе, самозванцы какие-то, а не организация. Это не самозванцы. Наш устав зарегистрирован в Министерстве юстиции Коми Республики еще в 1995 году. Сейчас полностью весь комплект документов, который необходимо, отослан туда, в Сыктывкар, в Министерство юстиции. И оно уже там находится больше месяца. То, что там задерживают и не присылают сюда нам ответы, мы в этом не виноваты, конечно. Документы отосланы на перерегистрацию, да, которая сейчас проводится для всех организаций? Да, да, на перерегистрацию. Значит, мы ждем уже, так сказать, поскольку полностью комплект заготовлен был, отослан, ждем его возвращения уже зарегистрированным. Но до тех пор, пока нет постановление суда, в крайнем случае, о том, что наша организация «Союз пенсионеров» неправомочная, значит, до тех самых пор никто не вправе чернить «Союз пенсионеров». Ту организацию, которая добровольно создана людьми, где люди добровольно участвуют на общественных началах, добровольно тратят свое время в защиту ущемленных прав и свобод пенсионеров, никто не вправе чернить. Евгений Григорьевич, скажите, вот вы занялись этой работой, ваша организация «Союз пенсионеров». Много ли печорских пенсионеров уже к вам обратились за помощью? К нам за помощью уже обратилось свыше 1000 пенсионеров, где-то порядка 1500, может быть, уже и свыше того. В Союзе пенсионеров считают, что ситуацию удастся переломить, если пенсионеры не остановятся на полпути. Поскольку ведь есть решение Верховного суда Российской Федерации от 18 июня 1998 года о признании рекомендаций Минтруда и Пенсионного фонда незаконными и, следовательно, не имеющими силу. И это уже руководство для судов. Что касается Союза пенсионеров, то они только содействуют восстановлению законности. Мы помогаем им. Объясняем каждому, что все это дело каждого пенсионера, и каждый пенсионер обязан пройти этот путь. Мы только подскажем, только поможем. А на этом наша программа подошла к концу. Ее творческий коллектив прощается с вами, дорогие наши телезрители. Увидимся в следующую субботу. Всего доброго, удачи!